Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня 26 декабря, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Мардария, что в переводе с древнеримского означает «смардары». Небесным покровителем его является преподобный Мардарий Печерский, затворник. В XIII веке в Киево-Печерской обители жил инок по имени Мардарий. Преподобный изнурял свое тело, держал строжайший пост, беспрестанно молился и исполнял все послушания. Сначала он отказался от всех вещей. Келья его была пустой, при нем было лишь его одеяние, которое он носил на себе. Потом он отказался и от своей комнаты, показав Господу, что не желает считать себя даже частью мира сего. Перед кончиною своею он, дабы подвиги свои завершить, затворился в пещере и там до самой смерти угождал Господу. За праведную жизнь свою удостоился святой Мардарий места в Царствии Небесном. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Евгения, Ареста и Луку, Аркадия, Арсения и Александра, Ивана и Яна, Владимира, Якова и Алексея, Григория и Николая, а также Емельяна и Василия. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С днем ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!